Ребят, спасибо огромное, что все мы здесь как бы собрались, да, что это непростая для нас, для всего города ситуация, что не очень приятно сложилось для нас всех и очень скорбно. Исход вышел, но нужно всем держаться, всем крепиться. И здесь самое главное, для себя сделала колоссальный вывод, что Саратов у нас, да, как многие говорили, о, что там такое Саратов, да, Саратов оказался очень, наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту. На самом деле, как бы это сложно не было, да, и как бы сложно не звучало, потому что очень серьезные моменты происходили, да, во время поиска моей доченьки, да, и я могла положиться буквально на любого. Я хочу сказать отдельному и каждому спасибо. Отдельному и каждому пожать руку, обнять и сказать, ты был важен, ты был рядом. Получилось так, как получилось, и поэтому... Тем не менее, да, спасибо всем. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России. Потому что мы сплочены были все. Все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь. И это неоценимо. Настолько неоценимо, что даже никаким словам это не поддается абсолютно. Что тут еще сказать? Дай Бог, чтобы это не повторилось где-либо и у кого-либо в жизни, никогда в жизни, чтобы это больше нигде не было, не случилось. Это ситуация, которая не поддается никакому определению. А такого я бы не пожелала даже врагу. И что здесь в завершение можно сказать? То, что давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным, потому что это важно, потому что это та вещь, которая жизненно необходима. Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри, через такие... Даже мы не знаем, где они ходят, а старшие классники сказали, я пойду там, на самом деле пошли в другом месте. Да? Нужны нормальные подходы к школе. Об этом я сообщила саратовским властям, и они готовы нам содействовать в этом. Мы надеемся, что именно так и будет, потому что это действительно такой момент, который необходим лично нам, нашему городу точно. Давайте вместе подумаем, как это сделать. Я со своей стороны сделаю все возможное, все, что можно только придумать, да? И будем надеяться, что так и будет. Еще раз хочу сказать спасибо всем. Спасибо.